Здравствуйте, дорогие друзья! С вами наша новая рубрика «Сказочный Петербург». И мы продолжаем вас знакомить с необычными памятниками нашего города. Вот уже как 13 лет на улице Правды, 11, поселилась очаровательная собачка Гаврюша. Гаврюша непростая собачка, она может исполнить любое ваше желание. Впервые памятник бродячей собаке Гаврюше появился на Малой Садовой улице в 1999 году. Автором скульптуры стал Виктор Сиваков, а сама идея ее создания принадлежала Санкт-Петербургской гильдии кузнецов и художников. Поместили Гаврюшу в небольшом дворике-закутке. Но почему же Гаврюшу с Малой Садовой решили переселить? На самом деле все очень просто. Дело в том, что люди оставляли свои желания в виде надписей на стенах близлежащих домов. Это, естественно, не нравилось местным жителям. Тогда решили рядом с Гаврюшей установить почтовый ящик, но это мало изменило ситуацию. И по просьбе жителей района памятник решили перенести в другое место. И теперь Гаврюша находится именно здесь, с 2007 года. С вами была рубрика «Сказочный Петербург». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приезжайте обязательно к Гаврюше. Я уверена, что она исполнит любое ваше желание. До новых встреч!